Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, а значит это пятая серия моего прохождения второй части Gran Turismo с первой PlayStation. Ну что же, в прошлой серии мы с вами получили очередную лицензию, International B, и давайте продолжим. На очереди у нас последняя из этого списка, лицензия международного класса А. Она у нас была в предыдущей части GT. Так, ну что же, стартуем. Нам осталось совсем чуть-чуть. Последний рывок. Ага, если вы помните, у нас уже такая лицензия была. Только на более слабой машине, и кружочек-то был поменьше. Так, есть. Очень сложная лицензия позади. Так, продолжаем. Ну, скажу, что я, как вы сами видите, сильно-то особо не стараюсь. Я, то есть сейчас у меня задача просто сдать, лишь бы какой-то результат получить. То есть я сейчас на результат абсолютно не работаю. Результат сейчас у нас устраивает любой. Ну, лишь бы это был положительный результат. Вот даже такой, как бронза. А стараться и проходить, и показывать лучшие результаты, это если вы захотите, будем уже в отдельных видео. Так, что это у нас? А, это, по-моему, отрезок трассы Apricot Hill. Тоже очень классная трасса. Она вот впервые появилась здесь во второй части. Но ее наконец-то воссоздали в шестой, и я этому несказанно рад. Прекрасная трасса. Живописные повороты, интересные сочетания быстрых, медленных. Классная трасса. Так, это у нас был NSX Honda, тоже четкий аппарат. Так, Ford Escort Rally Car, значит, раллийный будет этапчик. Насчет ралли я уже высказывался. Никаких эмоций у меня эти этапы не вызывают, по крайней мере, положительных. Хотя и отрицательных тоже особо не вызывают. Просто вот есть что-то такое. Якобы ралли какое-то. Так, продолжаем коллекционировать бронзу. Ford Escort. Так, что у нас дальше? Ага, вот еще одно такое, ну, нововведение, расширение режима ралли, так скажем. Это downhill, ну, или X-Peak, то есть подъем на гору, либо спуск. Есть такие соревнования, и вот появились тоже во второй части Gran Turismo вот такие вот мега-монстры. Это, если кто не узнал, это Suzuki Escudo. Обычный. Обычно берем вдвое кавычек, конечно же. У этого монстра практически 1000 лошадей, и видите, какая книжная полка сзади. Вместо спойлера. Да, вид, конечно, просто космический какой-то.
динозавр такой. Я помню, мы с Лехой на трассу ставили на максимальную скорость вот, вот этот аппарат и GT1. Тоже мега крутая тачка, которая здесь появилась во второй части, лимановская. Вот, и GT1 все-таки был побыстрее. Ну, плюс к тому, что по прямой-то, конечно, скудик выдает много, но в части поворачиваемости у него, конечно, стоят дела гораздо хуже, чем у GT1. А это у нас спуск, получается, с горы на Пежохе 206. Некогда чемпион. Ой, прошу прощения, это 306. Да, ведь точно, это уже обновленная версия. Так, половина позади. Здесь у нас пошли уже серьезные машины в гоночной конфигурации. А, это у нас, насколько я помню, это спешл модель Альфа Ромео. Да, это она. Неплохой аппаратик, в принципе. Хотя вид у нее тоже интересный. Спереди у нее столько подбородков. О, серебро. Неплохо. На трассе хорошо стоит. Вот это Альфа. Нравится мне этот аппаратик. О, Ягуар тоже. Спешл модель. А, нет, это не прокачанный. Это стоковая модель. А, есть еще такой же, только в гоночной конфигурации. Он идет как спешл модель. Так, ух ты, пошли по серебру. Очередная приятность. Мелочи приятно, как говорится. Так, что у нас дальше? О, тоже специальчик, по-моему. А, или нет, вот забыл уже. То ли это спешл модель, то ли его дают за... какие-то уже серьезные чемпионаты, не знаю, многокруговые. Здесь, кстати, чемпионаты на выносливость будут уже серьезнее, нежели в первой части. Тут уже есть гонка, которую, она так и называется, Two Hours of Rome Circuit. В общем, 2 часа. То есть гонка длится в любом случае 2 часа, то есть побеждает тот, кто за 2 часа проедет больше всего кругов. И никак ты не открутишься от этого. Поэтому есть тут уже вот такие вот 2-часовые гонки. А, вот он. Обалденный аппарат GT1. Эх, Сапик сам ошибся. И еще раз, и вообще вылетел. Отлично, фейл. Ну, тем лучше. Будет возможность еще раз на такой прекрасной тачке пролупить просто. Какой-то человечек нарисован сзади, похож на инопланетянина. Это вот у него 672 лошадиные силы, но на него можно еще поставить турбину третьей стадии, и у него тогда, я точно помню, становится больше 1000 лошадей здесь. И это, конечно, супер агрегат. Мне и вид нравится, и звук, и управляемость его. Ну, его, конечно, заработать очень сложно. Их, вот этих GT1-ов, их 2, по-моему, в игре конфигурации. Вот это, и есть еще спешл модель тойотовская. Так. Ну и тем временем очередная лицензия у нас в кармане.
Вроде бы все лицензии пройдены, но, как я уже говорил, сейчас я вам покажу. У нас открылась, ну не знаю, как это назвать, бонусная, секретная, дополнительная, в общем, как хотите называйте, вот, испытание такое. Бонусом-то это назвать сложно, потому что немногим, наверное, это нравится, что придется еще одну лицензию проходить. Хотя вот эта лицензия, которая сейчас открылась, сейчас мы с вами на нее посмотрим. Вот видите, стрелочка появилась вперед, ее раньше не было. Та-дам, и вот она. Special license, ну на самом деле это супер лицензия. Вот, и она нужна далеко не для всех чемпионатов. И я думаю, что, наверное, есть те, кто в свое время не прошли ее, не сдали, ну дабы не мучить себя. Вот, видите, это как лицензия International была в первой части. То есть здесь режим лицензии расширили, и вот теперь супер лицензия, это вот с трассами. То есть где нужно пройти полный круг по вот одной из 10 трасс. В первой части это была лицензия International, здесь это лицензия S. Ну что же, это будет у нас в следующей серии. А сейчас на этом мы с вами закончим. Подписывайтесь обязательно, нажимайте вот на эту кнопочку внизу, вот которая сейчас появится, вот на нее, да. Подписывайтесь и комментируйте, и ставьте пальцы вверх. А с вами был, как всегда, Скудер. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.